Алло. Так, привет. Значит, молодые мигранты, Вероник, подождите. Значит, ребята недавно только начали играть вместе. Но в связи с тем, что они такие молодые и ветреные, пока еще не написали свою музыку. Но уже наметки есть. В связи с этим мы показываем три песни, достаточно популярные во всем мире. Первая песенка, это, если вы хорошо, наверное, немножко знаете, «Эвергриновские дела». Такая была такая и есть песенка на все времена, «Девочка из Ипанема», если помните, да? Не помните? Ну вот мы вас немножко посвятим. Вторая будет песня из репертуара группы «Битлз». Да, это вот, это знаете, да? Это две вещи, вот инструментальные, а третья вещь у нас вокалист сам объявляет. Так что прошу любить и жаловать молодые ветра.